это что? Что за? Ни хрена себе! Всем привет, дорогие друзья! С вами Ярик, успейте поставить лайк за 5 секунд, и тогда вы будете учиться только на отлично! Молодцы, ребята, что успели поставить лайк. Это у нас растение против зомби. Так. Ну, тут понятное дело, что надо что-то изменить в саду. Так. Вот, в общем, я такой вот сад обновил. Да, ты видишь, то что у Дэйва ничего покупать не надо. Я просто сейчас буду менять в саду. В общем... Что я хотел вам сказать? В прошлой серии мы с вами играли за зомби. А на этой серии мы с вами поиграем там, где нужно разбить вазы. Это вообще на самом деле прикольно. Так. Так, так, на этого фонарика пшикалку сюда. Так. Поливаем, а тебе пальма-граммофон. Хм. Прикольно. Так, и тебе тоже граммофон. И тебе? Да вообще, вам почему-то нравятся лишь музыкальные звуки. Так, а тебе удобрение, ну ладно. Так, а можно поиграть в бонусные игры? Нет! В общем, я запланировал, там тоже, кстати, есть бесконечные уровни, но как вы понимаете, как в прошлой серии, мы не будем проходить бесконечный уровень. В общем, Безумный Дэйв нам говорит, что... Это что? Стоп, это что такое было? Ой-ой-ой-ой, тук-тук-тук. Так. Суть вообще прикольно, но только нужно... только нужно как-то понять. To the left. Да хватит взрывать тут все. У нас горохострел задом наперед имеется. Ну ладно. Ай, блин, не туда поставил. Так, вот все. Так, давайте подождем пока что. Ой-ой-ой, так, вот он, горохострел. Так. Так, даже шоколадку получил. Так, пускай там эти горохи разбираются с ведроголовым. Нам, видишь, аж мину дают против ведроголовых. Но... Ну, это же, я думаю, с одной миной точно я справлюсь. Хорошо, хоть нам орехи дали, потому что... Ведроголовые, они крепкие. И вот и у нас тоже должно быть что-то крепкое, что может принимать удары на себя. Так. Виртва Вейз. Блин, я вообще... Так. Ого! Гипногрипп нам дают! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Так. Ой-ой-ой, так, эти танцоры вообще... Очень опасные зомби. Так. Вот сюда. О, давай, жри, жри! Да блин!
Блин, он своих опять начинает призывать. Но ничего страшного. Так. Наконец-то хотя бы танцоры этого загипнотизировали. Молодцы. Так. Цепная реакция? Подождите, это так что ли переводится? Давайте попробуем. Это что это было? Я не понял. Так, так, грибочки, грибочки начинаем ставить. Фига себе, нам аж футболистов подкидывают. Не хавай. Так. Так, Аня, ну, это, ну здесь это я все понимаю. Так, да что ж такое-то? Почему у меня опять... Так, вот так вот. Так, May is for metal. Подождите, мы что, с металлом будем? Так, ага, нам дают, получается, какую-то защиту. Защиту... А, я понял, что там... Кто там будет? Это магниты. Так. Начинаем ставить. Так, вот сюда кабачочек такой вот ставим. Так, гипногриб. О, давай. Молодец. Так, еще одна защита для тыквы. Так. О, ты видел вообще, что этот гад с коробкой сделал? Он просто взорвал нашего зомби. Что-то вас как-то много, поэтому давайте мы кабачками все тут расчистим. Так, еще монетки получили. Так. Гарри Поттер. Мне вот вообще, знаешь, что напоминает? Гарри Поттер. Вообще, знаете, что такое? Так, ну ладно. А, так у нас осталось 4 уровня. Блин. Гарри Поттер. Ну, давайте начнем. Ё-моё. Это вообще офигеть, что нам дают. Так. О, так, вот сюда. Есть. Так, ага, я понял. Так, вот так, вот так вот. Так, кстати, неплохо мы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да блин, я опять не туда поставил. Так, уничтожаем этого прыгуна и все. Я вообще не понимаю, почему я начинаю не туда ставить. Это у меня что, какой-то баг? Хоккей-покей. Что это вообще означает? Так. А, я понял, то есть это... Это колючки, что ли? Так, ага, выдроголовый, так. Давайте, пройдите через это колючее поле.
что ж такое-то? Почему? Ай. Так, кабачочек, давай. Я вообще не понимаю, почему я не могу поставить растение. Так, остались два уровня до бесконечных. Так, так, опять какая-то цепная реакция. Так, грибочек. О, нам на этот раз высокие орехи дают, это вообще круто. О! Ни хрена себе, сколько этих прыгунов! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Что за? Ни хрена себе! Так, давайте попробуем еще раз. Мне это нравится! Нет, 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 нет! Где мой кабачок? Мне он нужен. Так, 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 так. Вот сюда, вот сюда. Так, вот сюда. Вот сюда. И вот сюда еще. Это я вообще в шоке. Теперь у нас будут эти... Теперь против нас будут эти прыгуны. Так, так, так. Ой-ой-ой, это уже опасно. Это как-то слишком опасно, поэтому... Да вы офигели взрывать мои орехи! Так, слава богу, хотя бы кабачок есть. О, со второй попытки мы точно все прошли. Так. Так, Ace of the... А! Да блин! Да блин, почему я опять не туда поставил? Это что? Да вы совсем офигели, дурацкие. Дураки бесполезные, сейчас. Но! Хотя бы мы с Гаргантюа разобрались. Так... Нет! Он взорвал просто мои горохи. Да что ж такое-то? Так. Ого! Вы вообще видели, что произошло? Фонарь только что посветил. Так, убираем орех. Давайте, 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 сейчас мы с этим ведроголовым разберемся. Ух. Да уж, сегодня вообще какое-то короткое видео, но... Но это вообще что-то с чем-то. Да. Вообще просто... Просто самая вонючая жопа, немытая, с Хайром. Так. Во-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну это что-то с чем-то. Да уж, в следующей серии мы с вами начинаем последний рубеж. Хотя давайте-ка поиграем, вот слишком короткое видео. Давайте-ка мы поиграем в последний рубеж день. К победе. Так, ага, против нас будут эти прыгуны. Нифига себе! Это мне что, выжить атаку с данными растениями?
так. Ну смотри, мы можем даже вот так вот, если честно, поставить. Да уж, вот это, если честно, моя тактика, что... что у нас будут горохи, пеньки и орехи. Вообще, понимаете? Так, теперь прыгуны пошли. Вот. Так, волна на подходе. Так, опа-на. Вот сюда. Так, кто там у нас? Пока что никого нету. Ничего не менялось. Давайте-ка мы просто будем сажать орешки. Так. Нужен двойной ряд орешков, чтобы прыгуны не перепрыгивали. A few moments later. Так. Слушайте. Я же могу это убрать. Если что, давайте мы без орешка попробуем обороняться. Так, подождем, когда картошки созреют. Хотя они и так уже созрели. Да! Это все равно должно хватить на горохострелов. Так, а вот и футболист. Так, успеем, не успеем. Так. Да, молодцы, горохострелы. То есть повторители. Все, теперь точно никто не прорвется. Ой-ой-ой, так. Вероятнее всего, он сейчас взорвет мою картошку. А, нет, не взорвал. Так, волна. Даже футболисты не доходят до картошки. Есть! Мы с вами прошли последний рубеж. Слушайте, а может давайте мы поиграем в последний рубеж ночью, и можно на этом закончить. Давайте попробуем просто. Ой-ю. Так, посмотрите. В принципе, смотрите.
В принципе, есть одна вот такая вот крутая тактика. Надо только вот эту вот могилку срочно убрать. Так. Так, давайте. Надо убрать все эти могилы. Так. Молодцы, молодцы. А теперь давайте-ка сажать наши грибочки. Чего? Откуда новые могилы появились? Вообще офигели. Читеры! Читеры! Ну и ладно, это все равно не поможет. Мои грибы-читера защитят меня. Так, он перепрыгнул. Тогда так, опять эта шляпа. Так, гады газетные, вы меня уже достали. Так. Так, опять эти прыгуны, но я думаю, грибы вообще очень крутые. Забираем монетки. 15 тысяч. Так. Ой-ой-ой-ой-ой! Вы совсем, что ли, офигели? Это вообще нечестно. Не-не-не-не-нет. Блин. Ну тут мне придется другую тактику применить. Так. Так, что мы делаем? Так. Вот. В принципе, вот такая вот оборона, чтобы никто не считерил. Давайте мои снайперские грибы. Thank you.
О, так, новая коробка с растением. Так. Так, они уже вылезли. Давайте грибы читера. Валите всех. Блин, там еще этот ведроголовый. О, нет. Если бы у нас был магнитогриб, я бы посадил его посередине. Так, давайте. Так, в общем, мы выжили эту волну. Так. Так. А в принципе, мы могилы... Надо заменить вот на вот такие вот грибы большие. Ну и можем эту могилу убрать. Так. Так, все, мы готовы. A few moments later. Так, это, видимо, последнее. О-хо-хо! Тут даже танцоры намечаются. Да, мы 4 волны продержались, осталось только 5-я, последняя. Так. Что за... Блин, жалко, не дают солнца. Ай... Давайте мы просто в конце применим ядерный гриб. Пока что держимся. Хорошо, хоть мы в центре восстановили тыкву. А то как часто бывает, футболисты бегают в центре. Мою тыкву повредили. Так, ой-ой-ой, там танцор. Капец. Так, давайте. Так, хорошо, хоть мне эти дымогрибы помогают. Но это гораздо сложнее, чем в прошлом уровне. Ой, блин, эти тыквы поврежденные, но ничего страшного. Thank you.
Так, 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 так. Ну, так, последняя волна. Давайте. Так, подождите. Еще рано. Вот сейчас. Отлично! Отлично, мы с вами прошли этот уровень. Так, а у нас там... Ага, тут у нас... Так, я... Ну, вы сами понимаете то, что я проходил бесконечный последний рубеж. А еще в следующей серии мы с вами тогда пройдем бассейн, туман и крыша. Пока что давайте поухаживаем за растениями. Я еще вот... Как только мы на следующей серии пройдем эти три последние уровни, то, то после этого будет так называемый стрим. Вы же понимаете, когда я его хотел запланировать сделать? Вот это тогда, когда... когда мы заканчиваем растение против зомби. Но стрим у нас будет переходный, так как мы, перехожу из одной игры в другую. Если что, я уже поставил перед собой несколько... Ну, ладно, ребята, вы сами понимаете, что я хотел. Вы же сами понимаете то, что я первый раз устраиваю стрим. Но он будет только тогда, когда я пройду всю вот эту вот игру. А сейчас, чтобы ее пройти, нужно... Мне лишь нужно пройти все эти уровни, кроме бесконечных. Вы вообще понимаете, о чем я? Так... Ну, на эти достижения мне наплевать. Да, тут еще этот выпал. Это могила Грызка. А на этом мы с вами заканчиваем. Ну что же, вам понравилась сегодняшняя серия. На следующей серии мы с вами закончим полностью всю игру. Так что, друзья, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии. Зайдите в телеграм-канал по ссылке в описании. Ну и всем, друзья, бай-бай, дорогие браточки.